Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Crysis 3. На этот раз вас ждет пятая миссия, в которой мы должны зачистить вот эту вот территорию. Здесь уже собираются очень много военных, но мы должны ее зачистить. Давайте откроем визор, зафиксируем наших противников, которых я здесь вижу. Это будет, конечно, нам очень удобно. Вдалеке я тоже вижу еще противников. И тут еще два. Визор хорош. И нам нужно пробраться, собственно, вот туда, на дамбу. Это очень далеко. Как туда залезть, я пока не знаю. В чем смысл жизни, сержант? Пошел ты, Гомес. Так, пробираться, конечно, будет не так просто, но я попробую сделать это под нашей чудесной невидимостью. Конечно, у нас ее не так много, но я надеюсь, что мы спрячемся, восстановим ее, отправимся заново. Хорошо бы они нас не видели через кусты, так же как в Far Cry 3, потому что там тоже очень удобно пробираться, нас через кусты не видят, совершенно причем не видят, причем даже просто вот куст находится между тобой и противником, и все. Ты уже вне зоны видимости. У нас мало энергии опять. Они что-то заподозрили, но все-таки нас не видели. Это хорошо. Давайте идти дальше. Здесь опять у нас куча противников. Угроза падает. Они подумали, что им, как всегда, это все показалось. Такое чувство, что вообще ребята живут во сне, и им все кажется, все время все кажется. Вот так, отлично, пулемет нас тут же увидел. Тут же нас увидел пулемет. Давайте спрячемся вот здесь вот. Ой-ой-ой-ой. Ух ты, елки-палки. Так, ждем противника. Я не спешу. Спешить вредно на уровне сложности ветеран. Это, конечно, не супер уровень сложности, но и, знаете, не самый простой. Тоже, опять же. Так, я пережду. Пережду. Так, и давайте мы его убьем. Отлично. Подождем здесь. Пулемет. Надо бы нам перепрограммировать пулемет, конечно. Очень бы хорошо было перепрограммировать пулемет, потому что, собственно, это и так ясно. Почему? Отлично. Так. Опять у нас мало энергии. По нам уже стреляет, по-моему, пулемет, если я не ошибаюсь. Так, заберем стрелы наши. Нельзя дать ему сбежать. Погнали. Отлично, этого дурака мы обойдем. Ой, а вот этого не обойдем. Так, что нам делать? Спрятаться здесь в воде невозможно. Да? Да, невозможно. Возможно пробежать наверх. Так. Отлично, мы внутри. Невидимость. Активировали. И что это за лучи? Так, давайте проползем под ними. Отлично. Так. Дерзкая вылазка окупилась сторицей.
Я восстановлю еще раз нашу невидимость. Фух! Да! Вылазка была дерзкой. Что и говорить. Можно взять, конечно, пулемет, всех их перестрелять. Но я хочу взломать пулеметик этот. Отлично. Просто прекрасно. Сейчас они его взорвут, конечно, гранатой, но... Да, что делать? Тебя убитый, а не раненый. Еще раз восстановим энергию. Где они там ходят, я не вижу. Но нам нужно пробираться наверх. Конечно. Самую дамбу. Что за лучи? Я все время боюсь под ними проходить. Ну, в общем, я думаю, то, что мы проползаем, это нормально. Где-то я стрелу оставил. Теперь у нас всего 3 стрелы. Так. Надо бы пойти нам за стрелой сходить. Найдете, а может и не найдете. Кто его знает? Что происходит? Он охотится на нас. Отлично. Еще минус 2. Орудие готово. Да ну, правда? Орудие готово? Ха-ха-ха. Отлично, отлично. Так. Так, 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 так. Нужно узнать, где стрела. Нужно узнать, где стрела, куда я ее воткнул. Давайте зафиксируем этих парней. Вон, вон их сколько. Вы поглядите только. Там у нас, по-моему, пулемет. Если я не ошибаюсь. Он охотится на нас! Конечно, он охотится на вас. Что вы думали? А, так, здесь я уже не спрячусь. Давайте вот здесь восстановим энергию. Как бы нас вот те. Сейчас эти еще придут двое. Так. Я все хочу найти стрелу свою, которую я куда-то запулил. Где же она? Где же она? Что, ладно, придется идти без этой стрелы. Бог с ней. С золотой моей стрелой, которую я, в общем-то, понятия не имею, где мне доставать. Честно, надо бы узнать, где доставать стрелы, а? Новые. Потому что закончились, куда идти, что делать, понятия не имею. Так, мы вызвали лифт. Похоже, он нас сейчас поднимет на баржу. Ой, на баржу, на дамбу. Так, где здесь пульт-то? Управление. Где кнопки? А, вот же. Фу. Так, что нас ждет сверху? Можем мы здесь вылезти? Нет. Нет, не можем. О-оу. Ой-ой-ой-ой. Куда нам? Как залезть-то наверх? Командир Чарли, это пост Цапля. Пророк в западне. Запрашивай огневую поддержку. Прием. Отлично. Ха-ха, все. Итак, мы находимся здесь. Теперь мы, ага, переходим через вентиляцию. Прям как в фильме. Едем на лифте, они знают, что мы там. Начинают обстреливать, но они тут-то было. Но они тут-то было. Ух ты, ух ты. Вы поглядите. Так, что у нас там? Прекратите. Может, они... Он убит? Он убит? Трудно сказать. Ха-ха-ха. Да, прямо в голову. Так, посмотрим, что у нас есть из нашего арсенальчика. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Ага, нужно переключить предохранители, чтобы они отключили питание. Так, где же предохранители? Так, ближний бой, шакал. Не хочу никакой шакал взять. У меня есть чудесный мой пулемет для снайперская винтовка. Так, ну, я, наверное, не откажусь взять снайперскую винтовку. Посмотрим, какие у нас улучшения для нее есть. О, чудесно, глушитель и
супер прицел. Просто, просто шикарно. Так. И здесь у нас. И здесь у нас какие-то... Какие-то лучи, которые, в общем, лучше не попадаться. Наверное, просто узнают, что мы здесь находимся. Я, опять же, включу невидимость, чтобы проходить спокойненько здесь. И да. Вот эти ребята, вот они. 2 минуты? Да я уже здесь, вы чего? Так, наверху у нас снайпер. Ух ты, камуфляжики еще вдобавок. И этот за пулеметом. Блин. Ну, нам и выдался денечек. Да. Давайте внутрь зайдем, я восстановлю невидимость. Ну что, я думаю, сначала снять снайпера. Кажется, они сейчас сюда подойдут. Я просто тогда возьму лук и воспользуюсь им. Давай, давай, лезь вперед. Лезь на рожон. Ладно. Пойдешь. Сойдет и так. А он вниз сполз. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это ерунда, это ж. Это не ЕМП. ЕМП было бы намного хуже. Надо не забыть забрать стрелы наши. И я хочу еще снять того снайпера. Опять они сюда кинули гранату. Да сколько можно? Ну, конечно, мы же себя показали. Значит, мы где-то здесь. Опять граната. Да что такое? Еще и ЕМПшная. Кошмар. Так. Пережидаем. И он пошел проверять. Ну, в общем, зря, парень. Зря ты это делаешь. Причем он встал перед тем местом, где я должен быть. То есть, где я, по идее, был. Ух, ё, еще! Слушайте, вы что, бесконечные, что ли? Я не понимаю. Или, может, тут есть задание пройти это все бесшумно? Мне осталась одна стрела сейчас с собой. Надо все-таки снайпера снять, потому что он нам будет докучать люто. Так. Да что я все время пытаюсь увеличение сделать побольше? Оно не делается. Потому что, в общем, здесь нельзя, походу, сделать увеличение побольше. Здесь однократное увеличение в прицеле. Пошли, смотрите по сторонам. Охренеть. Он оказался прямо здесь. Я чуть на него не напоролся. Вот это было бы круто. Так. Внимание, снайпер! Ты не снайпер, а пророк. А вот и вот меня и увидели. Сейчас пойдут гранаты в меня, да? Если я не ошибаюсь. Ну что, где остальные? Мне нужны, во-первых, мои стрелы. Все, я собрал стрелы. О, смотрите-ка, здесь закуточек есть. Хорошо. Взял лук и продолжаю. Ух ты, ё-моё! Вот он где стоял. А мы его даже и не заметили. Вот это да. Вот это внезапно. Обалдеть, этот тоже был совсем рядом. Где же взять новые стрелы? Да. В общем, просто мы аккуратно зачищаем территорию сейчас, на самом деле. И не особо спешим. Поспешишь, людей насмешишь. Пророк еще погибнет. В общем, плохо. Так, мы почти добрались до предохранителя первого. Где-то он там внизу у нас. Наверное, можно было, кстати, проплыть. Не знаю. Может, и нельзя было. Так, вертолет, кажется, я слышу. О, да. Я слышу вертолет. Он туда опять людей подвез, как я понимаю, да? Плохо. Все больше людей за нас, за нами отправляются. И, да, вентиляция. Ну что, вентиляция наш друг, я так понял. Наверное, здесь много ходов прохода, например, как в том же Deus Ex.
разные пути есть. Кого тут нету? Давайте восстановим энергию, пока у нас тихо. И дальше отправляемся на охоту. Жалко, что так редко перки можно качать. Ну, их и немного, в принципе. Там выбираешь 4, можно выбирать разные наборы перков. И в итоге их, так сказать, подключать или отключать. Здесь никого нету, что ли? Неужели никто не охраняет это? Ну что, серьезно? Ну ладно. Окей, мы внутри. Ромео 1, найдите переключатели и вырубите эту штуку. Черт побери, нет времени. А вот сейчас надо попрожаще. Что-то мне это напомнило. По-моему, такая же ситуация была и во втором кризисе. Выработка энергии Нексуса упала до 70% и продолжает падать. Ой-ой-ой, я 3 раза ошибся, и мне сбило всю энергию нафиг. 4 отряда быстрого реагирования СЭЛ движутся к вам. И у них есть поддержка с вертолетов. Что бы ты ни задумал, босс, поторопись. Есть! Мы взломали ПВОшную батарею СЭЛ. Отлично, ребята, отлично. Посмотрим, интересно, что будет. Наверное, вертолеты уничтожатся. Надо скорее подняться наверх, узнать, что изменилось. Кстати, они кричали, что все будет в генераторной, я в генераторной. Ну, собственно, а где вы сами-то? Ага, отлично. Башня крыла нестабильна, структурная целостность нарушена. Эвакуироваться? Ну да, ребята. Ха-ха-ха, прям перед лицом у него пролез. Открылась сама по себе шахта. Кто-то в нее зашел, ну конечно он этого не видел. Но все равно это действительно забавно. Так, куда нам дальше двигаться? Давайте я попробую под водой проплыть. Здесь же можно так? И заодно энергию восстановлю. Надеюсь, уж на дыхание-то тут не нужна энергия. Всплыву чуть-чуть. Посмотрим, что тут у нас. Где мы вообще находимся. Так, 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 наверх. Отлично. Кто нас не видит? Пока никто не видит. Хорошо, продолжаем движение. И к последнему. Последний предохранитель у нас тут совсем близко. Опять же, через вентиляцию пройдем. Неплохо, неплохо, пути прохода прямо сами, так сказать, в руки нам идут. Еще раз восстановлю энергию, вдруг нас все-таки в этой генераторной кто-то ждет. Но, скорее всего, наверное, никто не ждет, потому что, типа, мы прошли через вентиляцию, значит, нам награда, что врагов не будет, так что ли? Может, тут сейчас пулемет будет стоять, не знаю. Так, а... Нет, никого нету, все то же самое. А это у нас уже взломано, да? Да, здесь уже взломано и ПВО. Так что, подобрать набор модернизации нано-костюма. О как! То есть их еще и надо находить, они у нас еще и спрятаны, понятно. Так, давайте тогда как раз нано-костюмчик наш модернизируем. Маскировка на 50% быстрее, устойчивость к сканированию и подсветка следов противника. Ну вот, давайте это я и разблокирую. Разблокировали мы модуль. Отлично. Теперь у нас максимальная маскировочка. Ромео 1. ВКПП сел 65% и падает. Миссия завершена. Эвакуация из точки Дельта. Двигайтесь туда. Положение критическое. Отлично, выключили мы еще один генератор. Первый сломали, второй выключили. Теперь им без энергии будет плоховато. Думаю, тебе понравится. Что? Взорвать дамбу вообще всю? Вот это было бы очень интересно, на самом деле, взорвать целую дамбочку. Так, куда нам нужно направляться? Наша первичная цель 47 метров. Мало энергии, мало энергии. Так, восстановимся. Здесь никаких тут снайперов нету. Очень сильно на это надеюсь. Так, нам туда? Вниз, что ли? Я не понял. Давайте вылезем.
Отлично. Так, тут пока никого, опять восстановимся. Опасно, опасно ходить. Потому что мы не Рэмбо, мы охотник. А вы видите этот душ? Если мы попадем под этот душ, то... Где наш нановизор? Ё-моё. Взломать, 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 взломать. Отлично. Все. Привет, ребятки. Ха-ха-ха. Вот это класс. Двоих убило. А, сзади у нас кто-то есть. Сзади у нас тоже кто-то есть. Я восстанавливаю энергию. Взорвали еще? Нет, еще пока не взорвали, но пулемет уже за нас. Это отлично. Так, нам нужно прямо вниз. Ага, как нам тут пройти? В общем, вот так как-нибудь я пройду аккуратненько. Все, а пулемет там пусть разбирается. Конечно, его сейчас взорвут, скорее всего. Ну, бог с ним. Он нам хорошо послужил. Просто превосходно. Итак, кажется, сейчас будет жесть. Рамэн-1, мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции выдвигаются многочисленные войска цел. И сорвите эту чертову миссию. О-оу, как нам выбираться отсюда? Да, эпичный прыжок. Как бы нас сейчас не смыло этой волной. Да, нас смоет, еще как смоет. Включи броню хоть, пророк. Ну что-то, честно сказать, слабенькое, я вам скажу. Слабенько вода ударила. Или, может быть, основной поток прошел там. Ромео-1, дорога на Нексус открыта. Я регистрирую непредсказуемое поведение эксфильтрации аппаратного обеспечения. Меня зовут Пророк. У тебя нет имени. Имена есть у людей, а у тебя есть позывной и чертов личный номер. Без меня у тебя нет ни единого чертова шанса. Так что работаем вдвоем. Доложи обстановку. Принято. Высотная оборонная система СЭЛ полностью отключена. Но это еще не конец. Думаю, дальше будет только хуже. СЭЛ отступают. Но они все запрутся на базе в Нексусе и постараются превратить весь этот район в огневой мешок. Будь осторожен. Что же, у нас дополнительная цель — разведать маяк СЭЛ. На этом, дорогие друзья, я закончу пятую часть прохождения по игре Crysis 3. Надеюсь, вам понравилось. Мы взорвали дамбу, но это только начало. Только начало. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.